Совсем скоро на телеканале «Россия-1» состоится неожиданное и долгожданное продолжение детективной истории Анастасии Каменской, которая запомнилась нам как внимательная и справедливая сотрудница уголовного розыска. За долгие 6 сезонов Каменской ее коллеги не только смогли раскрыть множество интересных и опасных дел, но и наладить свою личную жизнь. Сейчас Каменская полковник полиции – все та же строгая, неприступная, смелая женщина, которая настолько тщательно скрывает свои слабости, что может сложиться впечатление, что их у нее вовсе нет. Однако это не так. Об этих слабостях знают преступники и в любой момент могут ими воспользоваться. Режиссером проекта стал Валерий Тодоровский, который занимался проектом с самого начала. Сценаристом останется автор серии детективных одноименных романов Александра Маринина. Главной роли Каменской вернется Елена Яковлева, которая объявила, что причиной отказа от съемок может послужить только некачественный сценарий, однако к данному проекту это не относится. По предварительной информации, дата выхода 7-го сезона сериала «Каменская. Перезагрузка» назначена на 2024 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.